Итак, вот какие сегодняшние кировские новости. Житель Зуевки Владимир сколотил 2-метровый стул, чтобы, сидя с него, выходить в сеть интернет. А теперь предположим, как выглядит использование этого 2-метрового стула. Итак, к Володе приходит гость для того, чтобы почитать свежие сегодняшние вятские новости. Володь, а правда, что с этого стула можно выйти в интернет? Правда? А можно я почитаю, что там в Кирове творится в новостях? Спасибо. Так, Ньюслер утверждает, что инопланетяне подают сигналы жителям Земли. Сотрудники портала обнаружили портал, который ведет в другое измерение. В кировской школе с родителей собрали деньги, чтобы подарить цветы депутатам. Володь, разбирай-ка его нахуй. Какой город? Такие и новости.